Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знания. Я корень слов, источник жизни и миров. Я формирую бытие твое, ее, вселенной всей. Источник я любви своей, которой космос заполняю. Я так живу и процветаю, и буду жить и процветать. Любовь и счастье воплощать, заполню этим все миры. Где буду я, где будешь ты? Ведь я и ты – две меры этой красоты. 16 декабря – день Ивана Молчальника. Сегодня день памяти преподобного отца Иоанна Молчальника. В течение всей юности он прилагал великое страдание, чтобы плоть поработить духу, не быть рабом чрева и не дозволить страстям, особенно гордости, обладать собой. И стал он мужем дивным в добродетелях. Он даже жил в пустыне в одиночестве 9 лет, питаясь одними травами. Получив от Бога целительский дар, Иоанн день и ночь помогал больным людям, исцеляя их силой молитвы. Сегодня старались быть немногословными, потому что верили. Кто будет меньше говорить, тот обязательно встретит свою удачу в ближайшее время. Утром старались помолиться перед иконой Иоанна Молчальника. Молились молча, в уме. Вообще сегодня наши предки старались как можно меньше общаться. Считали, что такое поведение в течение всего этого дня позволит привлечь удачу. В народе верили, что обет молчания избавляет человека от невзгод и лишений. А сегодня нечистая сила может голос украсть. Поэтому старались молчать. Что такое обет? Обет – это обещание, данное Богу, которое надо было выполнить в обмен на помощь в каком-либо деле. Крестьяне старались пораньше закончить свою работу и лечь спать, чтобы не сидеть в темноте. Дело не только в экономии лучин. Сегодня опасались встречи с нечистыми силами, потому что сегодняшняя ночь сознания народа связывалась со смертью и потусторонним миром. Частенько нечистую силу изображали в образе черной коровы. И обычно с полуночи и до 3 часов потусторонние силы проявляют свою активность и могут навредить. Приметы. Если сегодня мало снега, это к неурожаю. Если снегири сегодня под окном поют, это к оттепели. Если в декабре бывает гром, то это к сильным ветрам. Танюша, видишь, прекрасная роза. Да, очень красивая. Где взяли? Где взяли? А знаешь вообще, роза – это шиповник. Есть особый день в году. Наступает в темноту. Новым годом он зовется и для всех людей дается. 60 конфет, обертки, за мандарин стоит и наряженная елка огоньками нас манит. Эй, веселись, народ, наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем. И почеканье бокалом входит счастье в каждый дом. Эй, веселись, народ. Наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей. Загадай свое желание и под звон курорта пей. Веселись, народ. Наступает новый год. Что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это новый год. Бам-б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 ам